Сладкий яд непостоянства, которому лекарства нет. Тем, кто питается пространством и поднимается чуть свет. Кто путь по-своему разметил от середины до краев и тратит жизнь свою на ветер, который сам же создает. Вдруг откуда-то там не возьмись, нас своей белизною обрадует, типа будет все, друг, хорошо. Сонный город в восторге сощурится, как красиво вокруг и светло. И, наверное, товарищи, сбудется, что хотелось бы, но не пришло. Хлопаем! Не торопясь, вот так, да, все вместе. Хоп! Мы свои горемычные горести канторезом слегка подновим, и судьбы наши мелкие подлости обезвредим словами любви. Все плохое, конечно, забудется, унесет его времени бег. Сразу же сбудется, ведь на землю упал первый снег. Это первый снег нового сезона. Это первый снег нового сезона. И соло Леонид Сигал. Прежних титров обветренный текст. Нам с тобою да много ли надо ли не забыть о цене этих мест. Пусть, дружище, за утренним выгорит, разорвав все объятия коллег. Мы повязаны общей религией, что зовется моншер. Первый снег, слово первый снег, говорим вместе. Что зовется моншер? Что зовется мой друг? Молодцы! Это первый снег нового сезона. Это первый снег нового сезона. Это первый снег нового сезона. Это первый снег сезон. Добрый вечер, дорогие друзья. Первую песню нашего вечера я хочу посвятить потрясающей совершенно женщине, нечеловеческого ума и неземной красоты, которую зовут Ира. У нее сегодня день рождения, дорогие друзья. Ей 18 лет исполнилось. Аплодисменты, пожалуйста. Она блондинка.
Вот. Все лучшее, что есть, дорогие друзья, все женщины блондинки, я сразу хочу сказать. Просто некоторые маскируются успешно, некоторые она не маскируется. Вот, Ирка, я тебя люблю, ты знаешь. Не зря мы работали. Я работал напротив тебя. И живу теперь в Студино. Вот. И, ребят, вы же знаете, да, что все, что мы делаем, это мы делаем ради наших женщин. Как бы мы ни кривлялись, что бы мы ни придумывали, все равно мы приходим домой, снимаем с себя куртку. И нас ждет человек, который нас верит, нас любит, и которому мы по жизни должны. И с этим человеком мы летим по-настоящему. Мне очень приятно, что вот у некоторых моих товарищей на телефонах портреты не Филиппа Киркорова, не Аллы Пугачевой, а своей жены. Это настоящая жизнь. Когда та женщина, которая отдала тебе свою жизнь, у тебя на телефоне. Ты видишь ее, и она каждый момент твоей жизни с тобой. Женщина, за вас. Если у кого-то есть налить, налейте, пожалуйста. Давай полетим. Приготовит для нас, сбив своими руками подушку целинных снегов. И земля под названием Северный, этот Кавказ, объяснит нам всю суть без пустых человеческих слов. Давай полетим, давай полетим. Давай полетим, прогворукая тачка раздолбанного бытия. Там, где лево и право не сразу сумеешь найти, и блестящее прошлое слава, потухший маяк, не желает бессильно удачи на этом пути. Давай полетим. Снеговой волшебный круг никогда не тает, до него твоей тоске слишком высоко. А давай с тобою, друг, просто полетаем, прислонившись к атласу небес жесткою щекой. Давай полети. Ты ведь помнишь, старик, это первый, единственный раз, как запела, зажглась, заиграла под солнцем душа, и блестящие наледь осколков серебряных фраз наконец перестала тебе своим светом мешать. Давай! Круг никогда не тает, до него твоей тоске слишком высоко. А давай с тобою, друг, просто полетаем, прислонившись к атласу небес жесткою щекой. Давай полетим.
Молча, стоя, не чокаясь. Память о людях, которые были с нами рядом вчера, а сегодня мы помним о них. И все. Необъяснимые явления этой жизни, которые радости и горе, как косички, и кто-то там ее прикольно заплетает, без всяких этих церемоний. Здравствуй, Коля. Ты можешь двигаться предельно осторожно или нестись вперед по северному склону, не объясняя ничего, возьмет и валит тебе практически по самой поглавной. И незатейливые наши ухищрения ее сплетение в лучшем случае ослабят, а может быть наоборот затянут туже и перекроют поступивший кислород. Коля! Теперь уже не больно, тебе теперь легко и вольно. Захочешь ночь, захочешь день. Коля, летишь по снеговому полю, легко, красиво и привольно. Чидят в тех камнях и воде, чидят в тех камнях и воде. Здесь и тесно, тебе, конечно, было скучно здесь и пресно. Ты сам себе назначил правильное место, где небо Висбор, Леннон, Мельников и ты. И трассы наших незатейливых косичек, где стройны звезды и лампасы, и люлички. Красиво, стройно, безобразно, хаотично, мы все когда-нибудь туда же прилетим. Коля, тебе теперь уже не больно, теперь легко и вольно. Захочешь ночь, захочешь день. Коля, легко, красиво и привольно. Ты будешь жить теперь тем скоро, идти кругами по воде, идти кругами по воде. Thank you.
Дорогие друзья, я хочу попросить вас встать на 5 секунд, чтобы почтить память Николая Селезнева и всех наших друзей, которые навечно остались в снегах при Эльбрусе. Чтобы почтить память бардов, которые ушли из жизни, Юрия Висбора, Бориса Вахнюка, наших боевых товарищей, Сергея Мельникова, тех, кто жив вечно, благодаря тому, что живы мы. Спасибо, садитесь, пожалуйста. Дорогие друзья, что нужно сделать, чтобы ваша любимая женщина загорелась в глазах? Кто знает, поднимите руку. Правильно. Нужно посветить ей в ухо фонариком. Еще раз. Нужно посветить ей в ухо фонариком. Не все, поняли? Дорогие друзья, когда я об этом сказал своей жене, она высадила меня из машины, сказала, что с такими шутками ты будешь ехать дальше на трамвае. Вот, да. Дорогие друзья, мы... Этот концерт проводим в потрясающем совершенно месте, которое называется Кант. И Кант – это главная деталь горного лыжного снаряжения. Все эти наши маски, кремы, все наши друзья с редисками, они все сделаны ради одного только. Ради того, чтобы наш Кант в нужном месте врезался на нужную глубину в этот самый потрясающий снежный наст. И благодаря, конечно, вы сами понимаете, да, благодаря личному участию Григория Леозаровича Ариевича и Данила Даниловича Виноградова в Москве пошел снег. Ура! Мы придумали лето в шуршащем морском целлофане. Мы наклеили осень красивый кленовый листок. И волшебная мета сиянием сказочным манит. Вверх куда-то вносит наш хрупкий судьбы лепесток. Отражение неба спит на равновесии пуанта. Мчится вечная юность назло сумасшедшей судьбе. И симфония снега оркестра отточенных кантов. Ночью чаще и чаще в окно прилетает к себе. И над мраком всех ночей, и над пылью всех дорог пробивается ручей, долгожданный этот срок. Время синих небес, время белых снегов, время новых удач перед нами лежит. Это наша звезда, это наша любовь. Это новый сезон, это новая жизнь. Это новый сезон, это новая жизнь. Yeah. Одним поворотом ответит
на пергаменте склона, изогнутой лыжи страха, а веселое солнце и скоростью поднятый ветер будут снова с тобой, как вечная жизнь и река. И над мраком всех ночей, и над пылью всех дорог пробивается ручей, долгожданный этот срок. Это птица печаль, это небо любовь, это ветра костер перед нами лежит. Это наша любовь, это наша печаль, это новый сезон, это новая жизнь, это новый сезон, это новая жизнь, это новый сезон, это новая жизнь. Это новая жизнь. Леонид Сигалов. Так, дорогие друзья, ну, сами понимаете, у нас, как бы, концерт, он такой непростой. Соответственно, звукооператоров у нас практически нет. Один соло-гитарист, а второй не умеет играть на гитаре, но пытается петь. Не громко ли, дорогие друзья, первый вот наш... А? Дорогие гости, громко, да? Или нет? Вот это что значит? Это значит 5 или 2? Или это «Спартак чемпион»? Понятно. А? Чуть тише, да? Хорошо. Что еще хотелось сказать, дорогие друзья? Горнолыжный сезон начался. Благодаря, прежде всего, конечно, вашим душам, потому что это вы, конечно, согнали тучи со всей Российской Федерации. Вы видели, что жалкие попытки высыпать снег на нашу территорию оканчивались ничем. Вот. И я думаю, что только благодаря тому, что сегодня вот вы сюда пришли, и снег решил тоже сюда прийти. Вот. Поэтому вчера вечером было 58 ДТП в Москве в честь вашего прихода сюда. Сегодня, по-моему, было штук 100 их. В общем, мне сказали, что две фуры в честь нашего концерта перегородили МКАД по периметру, и машины там вообще не ездили. Поэтому аплодисменты нашим гостям. Гости, поаплодируйте себе, пожалуйста. Самая сильная вещь на Земле. Это любовь. Самый прочный минерал на Земле – это вода. А самые сильные чувства – конечно, ветер. Она прочнее любых камней. Ее, наверное, сильней. В природе этой только время, в природе этой только время. Она капает с ледников и струится из гитары Лёни. Название «Талая вода» разносит запахом шафрана, разносит запахом шафрана. Талая вода смоет мои грусти и тоски доска, хрустнет, как слюда, сквозь любую даль. Мне грехи отпустит, упадет слезой, скатится с небес. Талая вода, талая вода,
любую жажду ты увлекаешь за собой. Того, кто знал тебя однажды, того, кто знал тебя однажды. Твоя вода смоет мои грусти и тоски доска. Хрустнет, как слюда, сквозь любую даль. Мне грехи отпустит, упадет слезой, скатится с небес талая вода, талая вода. Главный человек в каждом деле – это главный человек. И в горных лыжах, по-моему, главный человек – это канатчик. Какие бы они ни были прикольные, смешные, забавные. Вот. Но это человек, который должен быть сильнее любого троса, умнее любого туриста, пьяного, трезвого, большого начальника или последнего бомжа. Это человек, который должен чувствовать погоду и понимать, что произойдет в следующую секунду. И что нужно сделать, чтобы не случилось самого страшного, что может быть с человеком, чтобы он не лишился жизни, благодаря тому, что этот человек что-то просмотрел. Канатчик – это жрец, который стоит между небом и землей и видит и чувствует, что нужно сделать в следующий момент. Сноубордистов, или может быть мудрее, чем сто. Для него и босики, и министры, все туристы, несмотря ни на что. Он любые облака уничтожит, коль доплатите ему 3 рубля. Он любой электродвигатель может починить секретным словом одним. Жизни он служил за Ратустой, наставляющий джентльменов и дам. Позапрошлой жизни просто был богом, чьей десницей абсолютная власть. Но его переманила дорога, где по тросу можно в небо попасть. Канатная дорога, девчонка, недотрога, здесь стоит слишком много, почти любой вопрос. Канатная дорога, здесь все, ребята, строго, отсюда и до Бога уходит небо-трос. Прочнее, чем любые канаты, он умнее, чем компьютер любой.
Он при помощи лопаты и мата откопает небосвод голубой. Главный двигатель канатной дороги, вот и жизни повидавший всего. Он тебя пропустит, Господу Богу, если будешь ты достоин его. Канатная дорога, девчонка, не дотрога, здесь стоит слишком много, почти любой вопрос. Канатная дорога, здесь все, ребята, строго, отсюда и до Бога. Уходит в землю, уходит в небо, уходит в небо дроссель. Дорога, девчонка, не дотрога, здесь стоит слишком много, почти любой вопрос. Канатная дорога, здесь все, ребята, строго, отсюда и до Бога. Уходит небо, уходит небо, уходит небо. Уходит в небо трос. Леонид Цыганов. Так, дорогие друзья, скажите честно, как называется концерт сегодняшний? Первый снег. Спасибо. Значит, мы вас... Просто мне очень нравится играть с Леней. Вот, и я даже как-то... Я обычно что-то, помните, да, там все эти анекдоты рассказываю. Тут я думаю, какие анекдоты, слушайте. Никаких анекдотов. Вот вчера мне рассказали, но это не анекдот, это был, клубичи дети было. Пошел как-то Михлюков, нет, не, это не про Михлюкова, извините. Пошел клубичи дети в баню. Мужчина звонит, я не помню уже, кто это был. Звонит телефон, он берет трубку, говорит, да, дорогая, да. Чего? Шубку. А где деньги лежат, знаешь? Ну бери. А что еще? Сапоги. Сапоги крокодиловые. Да бери, конечно. И сумочку. Сумочку Армания, да. Есть сумочка от Армания, кто знает. Ну, в общем, да, бери сумочку от Армания. Еще фитнес на 2 года, да? Где Путин занимается? Да, конечно, бери. Деньги, деньги еще есть, нормально, бери. Потом складывает телефон, говорит, мужики, чей телефон был? Да. Ну, собственно говоря, тема такая, в общем, любимая. Сейчас такой регги. Тащи ты пуш. Дорогие друзья, в этом году горнолыжные центры продолжают работать так же, как они работали всю жизнь. То есть при Эльбрусе уже выпал снег. Здесь есть вот замечательный человек, который приехал специально из Волгограда. Аплодисменты ему, пожалуйста. Вот. Он привез нам хорошую новость при Эльбрусе. Там лежит снег. Вот. И там стреляют только снеговые пушки по снегу. И вообще там хорошо. В общем, все по-старому. То есть 2 января я еду в Эльбрусе. Мы едем в Эльбрусе. В конце... Да, через Волгоград. Вот. Значит, потом в конце февраля будет у нас тоже там мероприятие при Эльбрусе. И, конечно, самые последние выходные марта, как обычно, будет фестиваль при Эльбрусе 2013, который мы будем проводить все вместе с вами, дорогие товарищи. Ну и, собственно говоря, об этом и поется в следующей песне, которая исполняется на русском языке. В русском народном стиле регги. Нет, давайте, знаете, вы поможете. Мне такое ощущение, что мы вас оглушили, да? Есть немножко, да? Очень громко, да? Очень-очень хорошо. Знаете, да? Что сделать? Давайте, хорошо. Тогда давайте, вы мне помогите сейчас. Вы нам помогите, пожалуйста, дорогие друзья. Следующая песня в стиле регги, для нее нужны барабаны. Барабанов у нас нет, поэтому вместо барабанов используем вашу ладонь, если можно, да? Давайте. Вот со мной вместе. Хлопаем. Поехали.
Молодцы. Ты понимаешь, Коля, ведь я любитель лета. Меня семья и школа настроили на это. Морские пейзажи, тепло, светло, красиво. Горяченькие пляжи, холодненькое пиво. Однажды в среду, влюбившись не по плану, я полетел по следу своей прекрасной дамы. И подобравшись слюни, забыв про лето море, пришел в себя Калюня уже на кругозоре. Тащит, тащит, ох, как меня тащит. Плющит, плющит, ох, как меня плющит. Тащит, тащит, ох, как меня тащит. Плющит, плющит, ох, как меня плющит. А там такое стало, а там такое было, что все, что прорубало, взяло и прорубило, взяло и разрубило. Все то, что было летом, с невероятной силой, там чисто как где-то. Тащит, тащит, ох, как меня тащит. Плющит, плющит, ох, как меня хлопает. Тащит, тащит, ох, как меня тащит. Плющи, плющи, о, как мне дует. Лёня, поехали! Пускай столицы кризис, а мы тут все в обновках, цветы как телевизор, веселье без кончины, прикольно и красиво, глинтвейны и хищины, и шашлыки, и пиво. Тащит, тащит, о, как меня тащит. Плющит, плющит, о, как меня плющит. Тащит, тащит, о, как меня тащит. Плющит, плющит, о, как меня плющит. Эй, пристегните меня к лыжам, эй, привяжите меня к балкам. Там светит солнце мячик рыжий, там облаков висит мочалка. На скупке серой молью, там заламованы хеды, карвайеры, сеньоры, там солнце так же светит, минор нейтрализуя, где толок лучи дети, мы рубль организуем. Тащит, тащит, о, как меня тащит. Плющит, плющит, о, как меня плющит. Тащит, хлопаем, так меня тащит. Плющит, плющит, о, как меня. Я не вижу ваших рук. Эй, 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 эй. С Новым годом, с Новым годом. С Новым годом, господа! Мы с Снегуркой издалека к вам приехали. Чё ты говорю? Тащит, тащит, о, как меня хлопаем. Плющит, плющит, о, как меня плюха. Тащит, тащит, о, как тебя тащит. Плющит, плющит, о, как меня плющит. Тащит, тащит, о, как меня тащит. Плющит, плющит, о, как меня плющит. Не по-детски тащит, о, как меня тащит. Плющит, плющит, о, как меня плющит. Концерт окончен, давай. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Митя не пела песенку, спи, елочка, худбай. Мороз снежком окутывал, смотри, не замерзай. Тащи, тащи, плющи, плющи. Тащит, тащит, плющит, плющит, е. Кошмар. До чего может довести горные лыжи серьезного человека, полковника, между прочим. Леня, ты еще не устал? Сразу. Ля-мажор.
Все равно громко, да? Люба. Любовь. Люба Геннадьевна. Вы меня видите? Татьяна Моисеевна, вы меня видите? Это ты. Не палка, это ты. Что значит громко? Да? Говорят, женщины любят, когда много. Нет? Когда мало любят? Качественно. Опа. Какие вы? Ужас. Ну, конечно, у вас два мужика всего за столом. Конечно, вам громко. Ну ладно. А ничего не поделаешь, песня такая. Собственно говоря, песня и называется. Там чертова гора колесо. Рок-н-ролльщики, там мой кошмарный бешеный сон. Париться не надо, телепатый круг и искренняя радость, то, что жив ты, мой друг. Рок-н-ролльщики, там жизнь настоящий засор. Рок-н-ролльщики, там пара шансов есть на успех. Рок-н-ролльщики там, но это далеко не для всех. Если любишь лето, лень и жару, значит, ключи где-то будут свежий труп. Рок-н-ролльщики там, страхами на севере сей. Тут не помогут вам ни связи, ни бабки. Тут не помогут ни менты, ни братва. Вы просто приготовьте белые тапки и головы вперед, давай, 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 давай. Рок-н-ролльщи детам, и поехали. Остальная жизнь на потом. Я слова не буду произносить. У их словно блюд, словно нету больше сил. Рок-н-ролльщи там, остальная жизнь на потом. Тут не помогут вам ни связи, ни бабки. Тут не помогут ни менты, ни братва. Вы просто приготовьте белые тапки и головой вперед. Давай, 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 давай. Рок-н-ролльщи где-то. Давай, 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 давай. Ну что, дорогие друзья, Татьяна, а почему ты не танцуешь? Громко очень, да? Ну вот, дорогие друзья, собственно, мы и добрались до главной темы нашего первого отделения, которая так и называется «Я встретил вас» и все. Она не про машину вас, она про вазу. Она про вазу, вот, которая вот у нас сегодня здесь замечательная. Самые лучшие женщины России, дорогие друзья. И это, конечно, чуть не сказал, что это не вот эти и не вот эти. Нет. Это, конечно, наши русские женщины, одетые во французский комбинезон, намазанные французским же кремом, что-то много французского, намазанные горнолыжным кремом от фабрики «Свобода», город Москва, вот, которые стоят возле где-то, ну я хочу помечтать, ну дайте мне в конце концов, которые стоят возле кафе «Ай» в горделивой позиции. Совершенно не нужно вам кататься, дорогие женщины, я все время их спрашиваю, все время мне нравится это делать. Главная деталь горнолыжного снаряжения для женщины, кто знает? Нет, дорогие, макияж. Макияж. Комбинезон, Владимир Давидович правильно сказал, но это на втором месте. Понимаете? Потом, поэтому... На первом месте коньяк. Коньяк. Нет, это у мужчины. Вот.
Ну и вот мы с Леонидом написали новых песен, дорогие друзья, которые сейчас на вашу несчастную голову вывалим. Новых песен много, целых две. Я их хочу сейчас посвятить женщинам клуба, девушкам, женщинам, бабушкам. Про бабушек у нас нет еще, по-моему, да, Таня? Нет, да? Вот, клубу «Чидети». Мы будем ее негромко играть. Вот видите, вот. Вот кто это летит, женщина или мужчина? Говорит, посмотри. А кто стоит? Ну не я, это точно. А где-то Львович там? А вот там вот Львович сбоку, я вижу, Львович. За кадром. Львович везде, по-моему, да? Ну ладно, короче, поворачивайся обратно, Лёнь. Я начинаю петь. Девчонки, про вас. А он весь сознательный путь свой провел на Чидети. А он был Тверского фанат и скакал по буграм. И тут он внезапно ее где-то в Яхраме встретил. И кантом любви роковой рассечен пополам. В одной половине остались бугры и скольжение. И доллар, и северный выкат бракашки годили. В другой половине его поселилась мамзелька Ленькина, которую он обожал с придыханием в груди. Лень, вдохни, пожалуйста, глубоко. Посмотрите. А он вслед за ней уходил на дневные сеансы. А он вместе с нею давился сашими с удон. Еда такая японская. И ради нее все крутил непонятные халсы. Жопа вертелся. И сделался нервный, задумчивый, злой и худой. Такое бывает, порою я знаю. Возьмет и заклинит любовь пацана. Ведь девушки наши коварные страшно, особенно если в природе весна. Блин, я в ля пошел. Он бил из-за ней мировые терпения, рекорды. Во всех категориях сразу же стал чемпион. Он с ней носился, ребята, как с писаной торбой. Где что-то такое лежит тяжелее, чем он. В трусах перестал выходить он друзьям в коридоры и выбросил лыжные старые в мусор носки. Он бросил Терскол и поехал за Танькой в Андорру. В джакузи, кашпо, сомелье и бугров никаких. Он с нею красиво и тихо с неделю катался. И кофе из маленьких чашечек с ужасом пил. А через неделю страдания такого сломался. Удрал и билет в минеральные воды купил. Перехожу в СИ. А там он на долларе срезал 4 березы и съел всю редиску в кафе под названием «Ай». И ей телефоном утер набежавшие слезы и дал смс-ку в Андорру: «Люблю, приезжай». Такое бывает, порою я знаю. Возьмет и заклинит любовь пацана. Ведь девушки наши прекрасные страшно, особенно если в природе весна.
скоро конец, дорогие друзья. Кошмар вообще. Я не представляю, как он выжил. Давай, люди, я доскажу до конца. И не было в мире под луном прекраснее пары, когда они вместе тряслись на чигетских буграх. И пел он ей блюзы свои на трехструнной гитаре. Все прочие струны с гитарой ведь кто-то украл. Перед замедлением идет. И в космос лилось вдохновение, высшие чувства. И счастье любви их достигло небес высоты. Так вот, что творит настоящее горное чувство, которое нафиг разлюбит гламура понты. Так вот, что творит настоящее горное чувство, которое нафиг разрубит гламура понты. Вот. Филипп Киркоров порвал мне струну. Ну, до конца первого отделения осталось две песни. И мы их сейчас поем. Не зря я взял вторую гитару. Ты пока, Лёнь. Несколько историй жизни сноубордистов и горнолыжников. Значит, две песни, Вов. История номер один. Кладбище. Темное. Из-под могилы сноубордиста вылезает труп сноубордиста. Начинает крутить крест, которым сверху украшена могила сноубордиста. Крутит час, второй, третий. Из соседней могилы горнолыжника раздается голос. Брат, ты что, с ума сошел? Поворачивается и говорит, брат, никак не могу НТВ поймать. Не смешно, да? Собственно говоря. Собственно говоря, вот я и рассказал анекдот об этом деле. Мажорик. Дорогие друзья, если в зале сноубордисты, помашите рукой, пожалуйста. Нету, да? То есть можно... Нету зале сноубордистов, да? Живых сноубордистов, имеется в виду. Один есть, вот. Аплодисменты этому человеку. Дорогие друзья, я хочу поздравить сноубордистов с особым выделением. Потому что мы их любим очень, они наши братья по разуму, я их искренне боюсь, потому что я не могу понять людей, которые ездят боком вперед, не лицом, а боком. Ну, я их уважаю очень сильно и мечтал бы сам когда-нибудь, но вот как-то не получается, поэтому... Не мажорю.
доска. От меня уехала доска. Хлопаем. От меня уехала доска. И ко мне приехала тоска. А ко мне приехала доска. Пам-пам-пам. А ко мне приехала доска. А ко мне приехала тоска. В толстых фиолетовых носках. В толстых фиолетовых носках. В толстых фиолетовых носках. В клёвой красной майке ЦСКА. Крутит пальцем около виска. Мол, нафига тебе, брат, это глупое лыжное счастье. За свои деньги сломать себе шею вдали от родных. Ты бы подумал бы, брат, чем куда-то, зачем-то там мчаться. Чтоб не вредить генофонду великой любимой страны. И все вместе. О, доска! Можно хором, 3-4. О, доска! Не слышу. Молодцы. Без тебя бессилен даже ЦСКА. И Лёня соло, поехали. Я одену новые носки, но я одену новые носки и пойду на поиски доски. Я пройду сквозь бури и ветра, камни падают, трещины и мрак, сели наводнения и тайфун, ниндзя, камасутру и кунг-фу. Люди, вверх поднимайся. Сквозь застой и тоталитаризм, коммунизм и капитализм, сквозь завоевания октября, через зоны и концлагеря. Люди, еще вверх, поехали. Сквозь любви возвышенный приход, тещу и скандалы и развод, кризис и обломы и дефолт. Через всех на все забивших пол. Ван Гу, Дарта Вейдера, Сушняк, Жирика, Мавроди и Собчак. Скоро конец. И среди драконов и акул отыщу любимую доску. О, доска. О, доска, вот правильно. О, доска, я с тобою саксаул и аксакал. Ну а тоска моя бегает, прыгает, ползает где-то. Ей не достанется времени жизни моей ни куска. Буду я ездить и радостно думать о том, об этом. Все потому, что со мною опять дорогая доска. Yeah. О, доска. 7, 3, 4. Молодцы. О, доска. Без тебя бессилен даже ЦСКА. Без тебя бессилен даже ЦСКА. Без тебя бессилен даже ВВП. Что я сказал? Давай. Кошмар. Ой, дорогие друзья. Вот это правильно. О. И при этих словах появился Валерий Геннадьевич. Аплодисменты, дорогие друзья.
Дорогие друзья, мы еще раз хотим сейчас напомнить о том, что сегодня у нас концерт горнолыжных песен. Вот. И особенно приятно, что сегодня день рождения у нашей замечательной Ирочки. Ирка, ты знаешь, как я тебя люблю. Вот. И мы решили закончить первое отделение вот моей самой, одной из самых лучших песен, которые я посвящаю сейчас тебе. Подготовиться к окончанию. Мы подчиняемся. Мы подчиняемся иконе. Держать, пока из глаз не брызнет. То равновесие на склоне, то равновесие на жизни. Пусть отражает небо лужи, а ты готов по счету три таким же быть, как все снаружи, и ненормальным изнутри. Всех печалей выше, голубая крыша, небо так близко. Гор, выжженный пергамент, где-то под ногами птицы облака. Я пролечу над ними, склон меня обнимет, снежных брызг огней. Я словно брызги эти невесомый светел над землей лечу. Ты увези подъемник нас от нужных дел и нужных фраз, от мудрецов и дураков, туда, где дышится легко, туда, где небо и полет. Чего нам так не достает? Чего нам так не достает? Чего нам так не достает? И снега, светлый синевы мир, свой незнакомый, чистый, невесомый, солнце склон и вы. Я пролечу над ними, склон меня обнимет, снежных брызг огней. Я словно брызги эти невесомый светел над землей лечу. Ты увези подъемник нас от нужных дел и нужных фраз, от мудрецов и дураков, туда, где дышится легко, туда, где небо и полет. Чего нам так не достает? Чего нам так не достает? Чего нам так не достает? Thank you.
Леонид Сигалов. Дорогие друзья, на самом деле, вы знаете, что этот концерт мы делали вместе с вами 3 месяца. И очень много было истрачено мною сил для того, чтобы привлечь ваше внимание. Я отношусь к себе без всякого восторга. И то, что вы сегодня пришли, для меня очень большая награда. Большое вам спасибо. Вот. И не стыдно перед человеком из хорошего города, из Волгограда. Там же нормальные люди, там никто не бегает, там все ходят пешком. Он приехал, полчаса побыл в Москве, и все, и кошмар. Хотел обратно убежать уже. Мы его еле удержали. Я очень извиняюсь. Сейчас я сделаю неприятное для себя несколько объявлений. Поскольку 4 детей, сами понимаете, младшему 4 месяца. Вот, он, правда, сейчас уже пьет самостоятельно из соски и сидит на попе уже. Поздравьте меня, пожалуйста, на попе сидит. Но он потом падает, бьется головой о пол с таким костяным стуком. У меня такое чувство, что сейчас он пол проломил. Вот, да. Да, и, значит, Иван Михайлович тоже, вы помните его. Иван Михайлович склеил свинью самостоятельно. У них там в детском садике, они все время что-то делают, они размазали пластилин по бумажке, и получилось солнышко. Это называется папин портрет, такой, значит, уродец. Один глаз сюда смотрит, второй туда. Носа нет, и рот вот такой вот изогнутый. Вот. Но свинья самая лучшая получилась. Свинья была из бумаги вырезана, у него лапки, значит, эти ушки и розового цвета. И сзади на спине написано «Ваня». Дорогие друзья, наш первое отделение подходит к концу. Сейчас я приглашаю сюда Владимира Давыдовича Городзейского. Объявление. Что? Нет. А, да. Дорогие друзья, как было указано выше, значит, у нас мероприятие платное. Извините, пожалуйста. Сейчас у вас будут бабки собирать. Извините, пожалуйста. Ну что я могу с этим поделать? Ничего не могу. Вот.